я прекрасно понимал то, что когда принято решение об убийстве кого-то либо, вот в этот момент убили человека. Вот в этот момент времени произошло убийство, да? А когда киллер нажимает на спусковой крючок, да, в этот момент смерть происходит человека. Но убийство-то раньше, когда принято решение. В какой-то определенный момент времени я уже все, решился. Ладно, все хорошо, я сделаю. Я уже точно знал, что я сделаю. Я как бы перешагнул эту грань внутри себя. А после уже, непосредственно после убийства, я буду отвечать перед Богом, я попаду в ад, как бы. Как-то, ну, думаю, ладно. Ну, тогда я буду жить здесь. Были разговоры у меня с Богом. То, что один разговор был, то, что прям я говорю, ну, Всевышний, вот какой с меня спрос? Вот ты же сам вот пожелал, чтобы я родился вот именно в этой стране, именно в это время, и чтобы именно в этом городе, и познакомился с этим человеком, что через него начал вот такие дела я делать. Я говорю, ты же сам все это предопределил для меня. Ты сам меня к этому всему привел. И какой спрос с меня за это будет? Ладно, хорошо, будет с меня спрос за это, ты принимаешь решение. Я говорю, ну, дай хотя бы тогда пожить, чтобы я жене и детям что-то, пускай для них я что-то построю здесь. Я говорю, да, понимаю, виноват, да, понимаю, ты меня в ад бросишь. Ну, я говорю, ну, извини меня, очень красивый мир ты создал. И я его полюбил. Полюбил настолько, что отвернулся от тебя. На русском языке был Коран имам Порохов. Он мне говорит, Коран — это же тоже книга Бога. И я, все еще считая себя христианином, я читал эту суру, обращаясь к Богу. Я думаю, такие красивые слова. Просто настолько они красивые, эти слова. Они просто вот на русском языке, они просто поражали мне эти слова. Думаю, это же здорово, просто вообще вот чудесные слова. Это красота какая. И я думаю, я не знаю, кто Коран написал. Может, это книга Бога. Я думаю, ну, Всевышний, даже если ты спросишь с меня за это, ой, думаю, больше, меньше. Ну, просто такая красота, я мимо пройти не могу. Закрыл Коран, и вот я говорю, вот это и есть моя религия.